распаковала часть. Это прекрасно. Кресло. Что это, кресло? Готово. Виолет. Да. Готово кресло. И такой болт в середине, да? Ставим кресло сюда. А дальше что? Помочь? Ребята, я все понял в этих глиттерах. Тут надо не мазать, а цыкать тут. Это глиттеры? Да, это духи какие-то. Это их надо цыкать. О, молодец. Давай. Туда в глазах есть. Виолетта уже распаковала куклу. Сейчас просят помочь в кресло. Вот это у нее волосы. Ой. Красивые такие, лодочка такая красивая. Помочь тебе все-таки? Или ты сама? Помоги это мне. Помочь. Красивая. Так. Давайте посмотрим, как это правильно делать. Давай. Так, что мы имеем? Мы имеем такой парикмахерский стул. Вот. Кукла Милана села. Да, Никита? Ага. А будем мы пробовать, как оно цыкает? Конечно, будем. Виолетта, ну расчеши ее немножко. Ну, что волосы были пряменько. И уложи волосы прямо вот сюда. В эту пластмассовую штуку. Расчесывай. А то надо волосы перезабить вот этой штуке, а да, загинаться на волосы. Ну да, сейчас мы это сделаем. Так, ты зафиксировала, Виолет? Да. Так, берешь какой цвет, покажи. Фиолетовый, снимай верхний колпачок. Да, и пшикни вот, например, на звездочку сюда. А ну давай, я сейчас. Стряхну баллончик. И можно я первый псик сделаю? А ну, о, началось, смотри. Теперь пшикай. На волосы. На волосы только. Ой. Ляпсусы, смотри, какие. Папа будет тот этой. Виолет. Это будет розовый, а я буду оранжевый. Не, я буду в синий. Да, оно пшикает, но не на волосы, да? Забыла красиво. Тихо, Виолет, не расплескивай. Давай салфетки тащи. Ой-ой-ой. Никита, помогай, тащи салфетки. Туда. Несу целую пачку прям. А вот. Несу. Давай. Вытираем. Да, чуть волосы. О, давай. Ой-ой. Да, Надина, давай. Никит, возьми вверх на звезды попшикай. Нет. О. Давай. Все. Сделано это. Так, ну что, ребят, будем открывать, смотреть, что получилось. Так, ну, открываем эту красоту. Раз. Два. Три. Остатки. Вот так оно отпечаталось. Это я понимаю. Звезды, тайные буквы. Вот такая красивая у нас. Подождите. Такие.
краска мокрая до сих пор, да? Давай доставать. Сама. Попробуй, что достань, скажи. И достать. Попа застряла в стуле. Вот это повторные украшения идут. Все, Виолет, все забрызгаешь. Все. Все. Давай. Промокнем. Да, все луковые. Ну, конечно, разноцветные. Давай. Ужас какой. Ой, спряталась. Остановка. Ну, спереди красиво. Красивая девочка. Такое ощущение, что это не кресло для причесок, а... Вы поймете все сами. Тюп-тюп-тюп-тюп. Всем пока, ребят. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Ох, какая же метелка у нас получилась. Метелка-полка. Метелка-гниланка.